Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие подписчики, гости моего канала. Все те, кто неровно дышит к футболу. Меня зовут Егор Дергачев. Мы с вами говорим сегодня про Лигу Европы в моем видеоблоге. На повестке дня у нас поединок Швейцарии, Young Boys Динамо Киев. Швейцарцы весьма и весьма сенсационно для многих, ну, не буду скрывать, и для меня тоже. Не проиграли в Киеве, сыграли в ничью с Динамо, и сейчас поединок Швейцарии, где уже именно Young Boys идет фаворитом, и тут я с букмекерами соглашусь. Для Динамо Киев этот поединок не носит какого-то сверхтурнирного значения, сверхважного. Да, они могут позволить себе даже проиграть и в оставшихся турах против более слабых команд набрать те необходимые очки, которые позволят киевлянам пройти дальше. Ну а Young Boys перед своими болельщиками явно захочет взять реванш перед тем обидным поражением в квалификации к Лиге Чемпионов. Отсюда ставка, фора на Young Boys 0, коэффициент 2.06. Как минимум возврат, я думаю, по ней нам обеспечен, но как максимум мы выиграем. Если вы со мной согласны, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. В комментариях пишите свои варианты ставок на матч Young Boys Динамо Киев. И, конечно же, дорогие друзья, добавляйтесь ко мне в други, в друзья ВКонтакте и вступайте в мою группу ВКонтакте. Ссылочки на эти две страницы вы найдете в описании у этого ролика.